За месяц с начала выдвижения участники предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье подали 318 заявлений. Из них зарегистрировано 200. 78 заявлений кандидатов в Государственную Думу, 122 – в Московскую областную Думу. По количеству предварительных заявок Московская область – один из регионов лидеров. Примечательно, что среди подавших документы 97 человек младше 35 лет. Напомним, регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Процедура пройдет с 24 по 30 мая.